Сибири построена Том-Усинская ГРЭС. 5 турбин, каждая мощностью в 100 тысяч киловатт, прислали сюда ленинградцы. Станцию обслуживает очень мало людей. Исчерпывающие данные о работе турбин дают эти приборы машинисту Александру Дубовику. Том-Усинская ГРЭС продолжает набирать силы. Строится третья очередь, 4 блока по 200 тысяч киловатт каждый. Сибирская зима не помеха строителям. Выполняя решение 22-го съезда партии, они успешно ведут сооружение третьей очереди ГРЭС.